Функционально яхта оснащена автопилотом, который предназначен для того, чтобы удерживать яхту на заданном курсе без участия человека. Выбранный курс фиксируется курсовым компьютером, который в случае отклонения яхты вправо или влево приводит в действие механизм, управляющий штурвалом, возвращая лодку на выбранное направление. Вон еще один вышел. Дельфины – вечные спутники кораблей. Есть мнение, что умение оседлать корабельную волну позволяет дельфинам экономить собственные силы и передвигаться с большей скоростью. А может быть, это простое любопытство. Нырять надо, там гелька. Сейчас нырну. Тебе там тип нож. Штаны какие-то, как эта херня намотал. Тебе нужен нож. У меня нож есть, если что. Случаются и непредвиденные ситуации, которые могут привести к выходу из строя различных узлов и агрегатов. У нас во время перехода на винт намотался большой пакет. Но все обошлось, и проблема была решена. Пакет что? Все, да. Там что-нибудь слетит, но что-то такое будет. В бухте небольшого острова Кира мы решили сделать непродолжительную остановку для того, чтобы в лучах вечернего солнца заглянуть в красивый подводный мир и, возможно, добыть чего-нибудь к ужину. Якорь на дне! Вода сладай! Пульт прячь! Повесь там его! Ну да, да. Здесь же встретили греческих рыбаков, которые, по-видимому, отдыхали после своей нелегкой работы. Глубин такие по пятна, уже на пятнашку занырнул, казалось, вот рядом с берегом, на пятнашку уже. Ну как? Ежей с икрой полно, давайте насобираем. Многие морские ежи служат объектом промысла, ну и, конечно, интересно попробовать их на вкус. Высоко ценятся их молоки и особенная икра, в которой содержится до 35% жиров и до 20% белков. Но надо сказать, что продукт это специфический, на любителя. Такая барракудища, маленькая, правда.
Барракуда, она же морская щука. А что, зубы не меньше, чем у наших щук? Жарим барракуду. Эдди Стэмпер, наверное, играет.